Привет! Да, Витя! Вон, смотри, ты. Да, что ты говоришь? Да, Витя! Один, а ты там. Проходите. Дети вокруг меня плодятся. Кошаки ко мне приходят. Вообще. Мне остается сидеть на месте и расслабляться. Все само крутится и вращается вокруг меня. Ну а что тут удивительного? Все само собой разумеется. Да, кошак? Как жизнь твоя, кошак? Смотрю, хорошо, кайфуешь, да? Что, влюбился в меня тоже? Влюбился. Однажды в меня влюбилась черная кошка с белыми лапками. Ох, как она вилась вокруг меня. Ох, как она смотрела на меня. Вы бы видели. Блаженный кот. Вот котяры умные, да? Ты же вообще нормальный чувак. Шаришь, да, то, что нужно расслабляться и отдыхать. И ничего не делать, да? Нормальный чувак. Мудрый чувак. Ну или чувачка. Черт его знает. Да, чувак, наверное. Больше на чувака похож. Что ты думаешь об этом мире, об этой цивилизации, кошак? Ничего не думаешь, да? Тебе похеру? Ну и правильно. Чего о них думать? У тебя тут солнышко, да, рядом есть? Я тут рядом есть. Что тебе еще нужно для жизни? Ну, глазки какие у тебя прикольные. В этом фейсе заложена мудрость бытия. Смотрите, люди. И вы поймете этот мир. Что? И как, и почему. Все же вам рассказывают. Все вокруг вас, все вам рассказывают. Вы что, не слушаете-то, а? Послушайте хоть чуть-чуть-то. Там уже вон, дальше будете балдеть, как этот котяра. Хотите балдеть, как этот котяра? Так послушайте, что вам говорят. Блин, ну чао.